Ирина тоже здесь? Нет, первый раз? Да, я только первый раз слышу. Потом уже будешь показывать, что ты уже здесь ориентируешься. Большой бассейн. Да, тепло стало, вон даже курточку сняли. И для маленьких. Бассейн 40 сантиметров. Всем привет! В эфире канал Turkish People. Сегодня мы вам, знаете, что покажем? Мы вам покажем отель Limak Lara. Мы в него сейчас зайдем. Здесь наши знакомые остановились, и поэтому мы сможем вам его показать. Зашли в отель, мы прошли лобби, это вы уже увидели. И вот мы здесь присели, и я хочу спросить нашей знакомой, она сейчас сама представится, про отель и все, что как ей здесь понравилось. Я буду задавать ей вопросы наводящие. Ну, конечно, представься. Меня зовут Ирина, мы приехали из Германии отдыхать на 3 дня в отель Limak Lara. Ну, вы видели, где этот отель находится, мы как сюда ехали. Я хочу спросить, отель сколько звезд и соответствует ли этому? Ну, на 4 звезды соответствует. А позиционируется отель у нас как 5 звезд. Просто, видимо, из-за того, что это зима, у вас все включено или нет? Все включено. Еда, все вкусное, все хорошо. И завтрак, и обед, и обед, ужин. Обед, и ужин, вкусно. И так коктейли можно вечером попить, дискотека. Развлечения есть вечером. А еще ночной суп у них бывает дают. Есть здесь такое или не видели? Нет, не видели, но, наверное, есть. А на территории вот здесь все ли работает? Ну, на территории прям внутри здания работает бассейн детский, теплый, подогреваемый, сауна, хамам, все можно посетить. А вы уже попробовали? Мы сегодня были утром, нам понравилось. А бассейн только детский или он взрослый? Там взрослый тоже есть, большой нормальный бассейн и теплая вода. Да. Вот мы выходим на улицу, во внутренний дворик. И пахнет здесь рыбой жареной. А какие интересные номера, вот смотри-ка вообще, вот тут раз, по-разному. У кого-то круглые окна, у кого-то обычные. А у вас какой номер, круглый или обычный? Обычный. А вот там бассейн, вот-вот. Видишь, там люди? Вот тут мы сегодня были. Угу. Бассейн теплый, но все равно для меня... Прохладная вода, да? Угу. Особенно после сауны я не смогла. Угу. Залезла и сразу вылезла. То есть в бассейне вода холодная, в принципе, так, но прохладненькая. Стоит там, что... У них есть горка еще. Да. Ну смотри, горка-то она куда? Туда выезжает, получается, горка во внутренний бассейн. Горка как раз именно в бассейн детский, да. Потому что вон горки есть на той территории. Как туда попасть? Не знаю. Ирина тоже здесь? Нет. Первый раз? Да, я только первый раз слышу. Потом уже будешь показывать, что ты уже здесь ориентируешься. Ну вот здесь только внутренний дворик получается такой, и все. Очень необычный отель. Мы еще вот в таком не были. В таком китайском стиле красиво все, вот оно. Уже пора бы тут подремонтировать. О, сколько? Да? Вот так вот, если посмотришь. Вот ну так, да. Таких мы еще не были. Поэтому... А давай прочитаем, что у них есть по указателям.
тут номера. Мисс Лобби. Спа-центр. Спа-центр, значит, в ту сторону. А вот смотри, как красиво. Да. Где бассейн? И посмотри, видишь, спускается это с тех номеров. Прям вот у них как будто отдельный бассейн есть. Отдельный бассейн. Ну, никого там нет. А где бассейн? А халаты вам тоже давали? Халаты висят в номерах. И ты прям с халатом можешь сюда идти. Uh-huh. А полотенце тут можно взять в спа. Ну вот, видишь, бассейн. Большой бассейн. Мы заходить туда не будем, чтобы людей не беспокоить нашей грязной обувью. Ну, смотри, классно. Горка есть. Но Ирина сказала, что вода прохладная. То есть, как в обычном бассейне, кто ходит в бассейн, вам будет самое то. Ну, не 30 градусов. Не, вот, не 30. Так, интересно, как вот выйти-то вообще на улицу, вот туда попасть? Ну, здесь, наверное, все только спа. Ну, мы вот видели, там горки есть, конечно же, они не работают. Это надо приезжать сюда летом, чтобы на этих горках кататься. До моря дошли? Нет. Они только приехали вот вчера. Да, вечером. А быстро вас заселили? Да, сразу. Мы получили сразу номер. Нас предупредили, что у нас номер ниже классом, но нам дали вот джакузи и хороший номер. Так... Номер понравился? Понравился. А вот мы просто смотрим здесь, мебель, она вот уже вот не новая. Вот как будто. Ну, много было здесь, да, туристов. На мой взгляд, я бы тоже сделала ремонт. Наш номер 2415. Вот такой номер у нас. Там балкончик, мини-бар, чай, кофе, один душ, туалет, тут шифоньер. И еще одна комната. Большая кровать, маленькая. Балкон. Такой красивый вид тут. Шифоньер. Телевизор. Джакузи. Еще один душ. Вот отель не закрывается зимой, потому что людей много. Мы здесь вот встретили и с чемоданами, и без чемоданов гуляет. Отель работает. То есть зимой можно сюда приезжать? Можно. Тепло здесь? Да, но нам вообще понравилось очень, честно говоря. Мы в бассейн, и в сауну, и в номере все приятно, нормально. Хорошо. Ну, а чтобы отсюда доехать в Анталию, здесь ходят два автобуса. 0LC07 и 511. Вот на 07 можно доехать в центр города, а на 511 любимый торговый центр Мола Фантали и Дипа. Это я так, ремарочку для тех, кто собирается в этот отель. Мы еще благодарим тебя за то, что ты поснимала нам в этом отеле. Покажешь, как здесь кормят, что дают вот зимой, вот сам номер. Так, вот снимаю завтрак. Такие сладости, тут сыр, оливки. Сыр, такой декор, сыр, все так тушеное,
Хлебушки будут. Салатики. Йогурт. Сухой завтрак. Молочко. Ее, наверное, готовят на гриле. Овощи на гриле. Рыба. Еще такая рыба. И такие папки. Вот такая корпусная мяско. Овощи. Чем еды большой выбор. Горячие. Соль и хлеб. Пирожки мои хорошие. Еще сейчас по территории пройдемся. Да, с удовольствием. Ну, то есть отель нормально, ехать да, можно да, сюда. Да, можно. А по цене вас устроило? Ну да, нас вообще по цене устроило, так получилось. Просто что у нас были большие скидки. Вы не планировали зимой отдых? Нет, мы вообще не планировали, так спонтанно получилось все. То есть, получается, надо все время мониторить, вдруг будут скидки, и вот так это, взять и сорваться. Это вообще случайно, я просто смотрела на лето отпуск, и так получилось, что это вылезло с интернета, и я набрала, и, в общем, так, вечером мы сразу же, и тут через полчаса все заказали. Как здорово, то есть вечером купили, в следующий день поехали, по сути дела. Ну, через два дня поехали. Да, примерно. Вот так тоже бывает. Поэтому, если вы можете себе позволить, смотрите и можете приехать. А мы сейчас прогуляемся по территории и покажем, что здесь еще есть интересного. Вот в той стороне находится ресторан. Это сейчас узнаем, куда мы можем попасть. Еще один бар есть. Еще один бассейн, мы можем в бассейн попасть. Здесь еще один бар. Здесь бар вечером. Вечером работает. Да. Кино, магазины. Угу. Вот тут и вон там магазины. А в баре вечером тоже напитки? Напитки, все включено в ваше, да, ваше да, проживание. И выход на улицу. Угу. А вот указатель, видишь, бич. Пляж. Вау! Там такие огромные горки. Мама, смотри. Какой интересный запутанный отель многоярусный. Ну вот видишь, проходим вместе экскурсию. Вот просит не прыгать в этом бассейне. А тут уже вот рядом другой отель, Encore. Ну, большая территория здесь.
Здесь можно попить чай. Чайный домик. Ой, ты смотри, здесь много горок. Получается, вот это три здесь и для маленьких. Бассейн 40 сантиметров. Вода очень-очень холодная. Да. Да, не холодно? Здесь 1 метр 10 глубины. Ну, конечно, холодно. Январь месяц. Просто так красиво. Зима в Анталии очень хорошая. Вот в декабре дождей было много, в январе вот практически нет. Каждый... В феврале тоже будут такие же скидки приехать, да? Mm-hmm. И вполне можно приехать. Ну, тут просто отдохнуть. Приехать, погулять по солнцу, позагорать, да. Даже. Да. А в той стороне море получается у нас. В той стороне море. Пойдем посмотрим, насколько далеко здесь идти. В принципе, вот пляж уже. Ну, территория красивая выглядит, ухоженная. Да, тепло стало, вон даже курточку сняли. Днем действительно жарко, вот ночью прохладно. Выходили на балкон вообще или гулять? Нет. Не ходили. Нет. Ну, ночью показывает термометр, что 5-7 градусов. А вот там вот детский клуб. Да, вот Лемак Кидс Клуб. Видишь? А вот смотри, один голубая сторона, другая черная. Это инь и янь. Это же в китайском стиле все. А вот сцена летом работает, вот развлекательный бар. Милые фонтанчики. Смотри, плавать можно 1 метр 40 здесь. Вот выход на пляж, вниз спускаться. Тоже здесь бар у них. Как красивая смотровая площадка. Ну, конечно, все зонтики, все шезлонги, все поубирали. Вот чуть-чуть стоят для загорающих. Очень много иностранцев, слышим, английскую, немецкую речь. Вот Ирина сказала, что были именно на 3 дня скидки, и поэтому так полный отель туристов. Там бегут сюда. Пойдем к морю спустимся. Пляж вот здесь, песочек. Ну а там дальше, как и везде, в Ларе, мелкая галька с песком. Посмотри, какая красота, какое море спокойное. Сколько желающих принимать солнечные ванны.
теперь мой отзыв об отеле. Вот мы его весь обошли. Даже Ирина столько не обошла еще. Они только вчера заселились, приехали. Что могу сказать? Территория не супер большая, но нормальная. Горки есть, все есть. И много инфраструктуры именно даже зимой работает. Конечно же, в бассейнах нельзя плавать. Кстати, там есть еще внутренний бассейн. То есть их тут много, на всех хватит. Очень интересно построен сам отель. Интересный стиль выбран. В общем, что могу сказать, даже вот по территории, потому что это самое главное, все приезжают за морем и за солнцем, хоть и не купаться, но смотреть на него, загорать. Все для этого устроено, есть даже лежаки, бары работают, хлоркой не пахнет. Мы были в отелях Риксоса, вот, например, Риксос Даунтаун, там ужасно пахло хлоркой. Когда мы выходили на территорию отеля, вообще невозможно было. И, конечно же, тут есть скрытый бассейн подогреваемый. В общем, отель, мне кажется, зачетный, и даже зимой сюда можно приехать. Спасибо большое Ирине и ее супругу Роману. Очень вам благодарны. Благодаря вам мы смогли снять обзор отеля. Поэтому не забудь подписаться на наш YouTube-канал. Кто еще не подписался, поставить нам лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наше новое видео. Обещаю, будет все еще и интересней. Я вас всех люблю. Не забудьте подписаться на мой Instagram. Там выходит все намного раньше, чем на YouTube. Я вас всех люблю. Всем пока.